Привет. Что тебе нужно? Я хочу поговорить с тобой. Я занята. Что ты делаешь? Читаю. Южная Америка, земля обетованная. Это очень интересно. Идем отсюда. Я сказал, идем отсюда. Я хочу поговорить с тобой. Что с тобой случилось? Что произошло? Фред, прошу тебя, оставь меня в покое. Холли, я люблю тебя. Куда ты идешь? В дамскую комнату. Да что с тобой случилось? Отпусти меня. Нет. Фред, отпусти меня. Давай поставим точки над «и». Я не Фред и никогда им не был. И я не Бенни Шеклет, кто бы он ни был. Меня зовут Пол. Пол Варжак. И я люблю тебя. Отпусти меня. Нет, давай разберемся. Что еще за чушь про Южную Америку? Я думала о том, что если уж выходишь замуж за жителя Южной Америки, надо хоть почитать его стране. Выходишь замуж? За какого еще жителя Южной Америки? За Хосе. Какого Хосе? Хосе де Сильва Перейра. Какой к черту Хосе де Сильва Перейра? Дорогой, ты видел его? Это друг Мэг Уилвуд. Тот красавчик, что пришел на вечеринку вместе с Расти. Ты не поверишь, но он не просто красив и невероятно богат. Он совершенно потерял от меня голову. Ты сошла с ума. Я что, принадлежу тебе? Вот именно. Почему-то вы все так думаете, но только вы ошибаетесь. Я не все. Или я ошибаюсь? Так ты думаешь, между мной и твоими крысами никакой разницы? Подожди минутку. Если это так, если ты действительно так думаешь, я хочу кое-что дать тебе. Это что? $50 для дамской комнаты.